Демонстрационно-техническим комплексом это набор разнообразных приемов, техник, ударов, и в обязательном порядке нужно отличаться от своего соперника тем, что так называемое классическое исполнение техники, то есть размашистые, расхлябанные какое-то действие, оно не оценивается, поэтому не все даже клубы, не все секции занимаются этим разделом по той причине, что очень тяжело подготовить спортсмена. Если в поединках оценивается только нанесение удара рукой в голову или там ногой в голову, в корпус, и не имеет значения, правильно был нанесенный удар или неправильно, главное, чтобы удар это был бы мощным, сильным и мог привести к нокауту, к нокдауну, то техническое требование, оно отличается в корне, так как все расхлябанность действия, она не будет оценена.